Привет, ребята, девчата. Сегодня хочу рассказать про одну интересную фишку вам. Ну, все мы, конечно, знаем о том, что у японцев есть всевозможные метательные звезды, там всякие приспособы. Я же хочу вам сегодня рассказать о метательной звезде или о метательном кресте американских индейцев племени Апачи. Американцы, которые увлекаются такими вещами, так и называют это звезда Апачи. Ну, конечно, эта метательная звезда намного проще и примитивнее, чем там сюрикен японский. Вот. Нужно всего две таких палочки, ну, плюс-минус там. И кусок веревки, ну, соответственно, нож там или топорик. Down.
Ну, такая вот звезда, крест получилась. Немножко шевелится. Сейчас я его еще подмотаю еще одной веревочкой. И попробуем метнуть куда-нибудь. Ну что, вот что у нас получилось. Конечно, по-хорошему нужно было бы еще концы обжечь, чтобы это все было здесь тверже. Ну, это если охотиться, конечно. Ну, я сейчас буду охотиться на коробок, который там притаился в кустах. Попаду, не попаду, сейчас проверим. Встрянет, не встрянет. Так, там одна дырка уже есть, это я уже один раз попал. Сейчас посмотрим, вторая дырка будет или нет. Промах. Попробуем еще раз. Ну, второй раз вроде попал. Попал. Ну, вот такая вот звезда Апачи и такой метательный крест. Американцы, конечно, очень любят подобные штуки. Ну, те, которые увлекаются примитивными разными навыками выживания, ремеслами примитивными. Рассказывает о том, что апачи охотились такими звездами и использовали их в каких-то там разных вооруженных конфликтах. Ну, мы, конечно, можем это использовать в качестве развлечения на пикнике, там, с детьми. Ну, конечно, под строгим присмотром все-таки. Но, тем не менее, сделать это очень просто, а побросать, пометать в какую-то мишень, какую-то цель, в общем-то, достаточно весело. Ну, все, на сегодня мы завершаем. Спасибо за внимание и до новых видео.